Святой Иосиф Аримафейский был тайным учеником Господа нашего Иисуса Христа. Был Иосиф членом Синедриона, но он не участвовал в совете и деле иудеев, вынесших смертный приговор Иисусу Христу. После распятия и смерти Спасителя он дерзнул пойти к Пилату и просил у него тело Господа, которое и предал погребению при участии праведного Никодима, тоже тайного ученика Христа. Они сняли с креста тело Спасителя, обернули плащаницей и положили в новом гробу в саду Гефсиманском в присутствии Богоматери и святых жен Мироносец. Привалив тяжелый камень к двери гроба, они удалились. Скончался святой Иосиф мирно в Англии. Второе апреля. День памяти праведного Иосифа Аримафейского.